Всем привет! Это видео посвящается артефактам на урон для магических классов. Приятного просмотра! К магическим классам относятся суммы, маги Фео и мага Гномка, вот, а также хилы, которые любят попинать мобов, ну и не только. Начнем мы с красных артефактов. Первый артефакт — это сила маг Рита. Второй артефакт — это мощность маг умений. И третий артефакт, которые выбирают чаще всего атаку стихии, так как частенько ее в разных локациях не добирают. А также атака стихии нужна для того, чтобы пробивать противника в ПВП. В других случаях можете выбрать М-атаку, если атаки стихии вам хватает. Атакующие красные артефакты требуют заточки, чтобы они давали вам боевые характеристики. Без заточки боевых характеристиков вам не видать. Артефакты из серии Баланс, которые нуждаются в заточке по той же причине, чтобы они давали боевые характеристики. Это сила Макрита, шанс Макрита и, пожалуй, шанс Макрита точите в первую очередь, а также М-атака. Из серии Баланс артефакты дают меньше, чем красные, поэтому красные ставьте в приоритет, но шанс Макрита обязательно к заточке. Артефакты из серии Баланс, которые не требуют заточки. Атака стихии плюс 30. Его вы можете купить в Геране у НПЦ Александрия. Артефакт мощность маг умений 11%. Его вы можете удачно купить в акции в комиссионной торговле. Еще один артефакт, который не требует заточки. И он весьма недешевый, это 11% урона. Покупайте его обязательно только в акцию, когда цена на него немного просядет. И берите его, наверное, в последнюю очередь, когда доберете все ранее перечисленные артефакты. Артефакты, которые требуют заточки, точите хотя бы на плюс 5, ну или по возможности. Благодарю всех за внимание, лайки, комментарии и подписки. Желаю вам удачной заточки, приятной игры, а также до встречи на Твиче.